Уважаемый мистер президент, дамы и господа, дорогие гомосексуалисты, дорогие лесбиянки, уважаемые андрогины, дорогие бигендеры, уважаемые женщины, стремящиеся к мужскому, уважаемые мужчины, стремящиеся к женскому, дорогие представители пола, допускающего несколько вариантов, уважаемые гендерквиры, дорогие межполовые, уважаемые ни мужчины, ни женщины, дорогие асексуалы, уважаемые отрицающие систему двух полов, дорогие всеобщеполовые и пансексуалы, дорогие переходные к мужскому половому состоянию и переходные к мужчине, дорогие переходные к женскому половому состоянию и переходные к женщинам, сверхуважаемые сверхличности, дорогие переходящие к другому полу с сохранением тайны, уважаемые переходящие к женскому половому состоянию с сохранением тайны, дорогие переходящие к женщине с сохранением тайны, уважаемые сверхличности с сохранением тайны, дорогие фантазирующие на тему женского пола, уважаемые транссексуальные личности, дорогие фантазирующие на тему женского пола, уважаемые транссексуальные люди. Вы позволите задать вопрос? Господин президент, извините, но я еще не закончил свое обращение. Уважаемые интермужчины, дорогие интерженщины, уважаемые интерлюди, дорогие интерполовые, уважаемые интерсексуалы, дорогие двуполые, а я уже говорил про антрогинов, дорогие гермафродиты, уважаемые двудушные, дорогие представители четвертого пола, дорогие женщины, имеющие хромосомы X и Y, дорогие трансвеститы, дорогие трансгендеры, дорогие представители нулевого пола, и, конечно же, мое теплое приветствие всем остальным полам. Уважаемый госпожа или господин Ноненмахер, уважаемый госпожа или господин Бадер, уважаемый госпожа или господин Мус, партия «Альтернатива для Германии» отклоняет ваше предложение. Спасибо.